Календарь для планирования в Notion. Вот таким образом он выглядит на компьютере. По сути, это бесконечный список дней. В каждый день можно нажать плюсик, либо здесь нажать новая задача. Я создал шаблон, который по умолчанию прописывает нужные поля. В частности, вот можно его использовать. Нажимаем сюда, чтобы добавить дело. И можно назвать новое дело. Выбрать дату, например. И можно выбрать время. Некоторые дела имеют привязку ко времени, например, встречи какие-то назначенные. Некоторые дела не имеют. Можно также выбрать свою временную зону. Для Самары это плюс 4 формат и так далее. И выбрать время. 10 часов, например, утра. Также здесь есть элемент напоминания. Например, можно напомнить о каком-то деле за 30 минут до его начала. Уведомление придет на телефон при установленном приложении. Статус запланировано. Есть еще у дел статус идея, то есть когда это можно даже не начинать делать. Есть статус в процессе и есть статус завершено и заархивировано. То есть бывает, что дело не сделано, и его не надо делать, можно просто его заархивировать как отмененное дело. Также здесь есть возможность добавить любые дополнительные действия. Например, можно просто текстом написать. Или можно добавить какую-то подзадачу. Некоторые дела, они состоят из подзадач. Подзадача 1, подзадача 2. И затем по мере выполнения эти подзадачи можно отмечать сделанными. А также их порядок можно, конечно, менять. Если это не нужно, можно удалить и также можно переносить между задачами. Дела можно переносить между днями. Даже в прошлое можно отправлять, можно в будущее, можно через неделю это перенаправить. Что еще важно, кроме календарного вида, существует вид таблицей. Часто можно увидеть, и это очень удобно, отсортировать, например, по приоритетности. Можно определить, выбрать, какие будут показываться поля, увидеть по разным проектам. Можно по статусу определить, и это вариант канбана, когда мы видим запланированные дела и можем их перенести, например, из запланированных дел в то, что в процессе, и затем мы можем завершенные дела перенести. Можем отменить и перенести в заархивированные дела. Ой, все, там уже не видно. Ну и отлично. Точно так же это работает на телефоне.